чисто кисточкой взяли уточку и сделали уточку, все знают, да, как делать, и поставили бличок на нужном месте. О, очень внимательно. Вот это сильно большой бличок получился, потому что как бы надо осознанно это все делать. Сейчас, если сильно большой бличок получился, значит, берем лезвийко и подбиваем его. Знаете, чем? Давайте лучше подобьем. Краплак кобальт фиолетовый. Теперь нам надо сделать падающую тень от капельки на лист. Берем ту же смесь. Помните, был у нас первый замес. Краплак красный, кобальт фиолетовый, лак. И делаем маленькую падающую тень. Масенькую такую. Подбиваем. Так. Влево. Падающая тенька будет влево. И как, что будет? Овальчик. Плоскенький овальчик. Вот видите, уже капелька состоялась. Держимся или мизинчиком, или всей рукой, чтобы попасть. Вот смотрите, хорошая, да? Ну, хотим еще чуть-чуть побольше яркости сделать. Вводим больше краплачок белила, светлее в рефлекс. Так, вот видите, если рефлекс зажгется, значит, вся капелька будет еще светлее чуть-чуть. Краплачок белила в рефлекс. Вот она зажглась. Ну, смотрите, хорошие, да, капельки. Хотим удлинить немножко падающую, значит, и удлиним ее. Поняли, да? По законам стекла рефлекс светлее, чем темный свет. То же самое, если захотим вот здесь капельку сделать, тогда с зеленым все работаем, да? Потому что капелька всегда такого цвета, как и сам предмет. В данном случае у нас все через краплачок идет. Вот так рисуем капельки. Так, ну что? Да. Ну, вот сейчас вот еще покажем, как на зеленом листике делать капельки. Если у нас уже здесь такие большие капельки, то здесь поменьше будут. Давайте сначала полностью крапла, ой, извините, изумрудка Арарат лак, так, и давайте одну длинненькую сделаем капельку, знаете, такая как стекает, и эту сделаем овальную, хорошо? Так, вот эту оставьте. Замес этот оставьте. Так, теперь белила, изумрудка, лимонка.
Так. Белила, изумрудка, лимонка. И мы с вами рефлекс. Держитесь, чтобы сделать маленький рефлексик. Вот он. Прям поставьте капельку вот так. О. Теперь возьмите немножко изумрудочки, так, с белилком и с лимонкой, уже с белилком, и растяните вверх и вниз. Растяжечку сделайте. Так. Так, растягиваем все тоненькой кисточкой. Помните, когда новолуние идет месяц? Вот нам всегда надо научиться месяц рисовать. Так, чуть-чуть потемнее сделаю вот здесь с этой стороны, чтобы была растяжечка все-таки. Что если нет растяжки, ну, не веришь, что это капелька. Понимаете? О, есть. Теперь наше любимое действие. Вытерли кисточку, взяли вот такой вот кусочек белил и нежно поставили кусочек белил на нужном месте. Если для второй капельки надо взять отдельный кусочек белил, значит, так и сделали. Поставили в правом верхнем сегменте маленькую капельку. Да и можно и в рефлекс масенькую совсем капельку поставить вот так. Чтобы больше загорелось. Ну что, помним, да, кто у нас был на первой лужице? Это изумрудка, Арарат, лак. Давайте падающую теньку. Овальчик будет, да? Подбиваем. У нас зеленый лист, все время с зелеными и работаем. Подбиваем. Так. Больше араратика, чем изумрудки. Так, подбили. И вот смотрим, чего не хватает. Не хватает яркости рефлекса. Сейчас сделаем. Так. Есть. А яркость рефлекса — это лимонка, белила. Как будто солнышко туда зашло. В этот рефлексик. Парочку капелек этой лимоночки в рефлекс. И все, и загорится. О, вот, пожалуйста, такие две зелененькие капельки. Ну все, хватит, да? Три капельки здесь красные и две капельки зеленые. Вот вам и территория воды, которая роса пришла. Можно вот здесь шкребануть немножко таких, знаете, вспомогательных дырочек. Сейчас, чуть-чуть. Вспомогательных дырочек, которые типа тоже
Может быть, хотели бы быть капельками. Смотрите, как интересно, да, можно сделать. Просто процарапали дырочку, и у нее сделали темненький свет. Вот он. И у нас получилось тоже типа капелька. Типа капелька. Уже не нарисованная, а прошкрябанная. Можно по заказу еще одну капельку прошкрябанную. Сейчас я 2 секунды у этой дам блячок. О, смотрите, по заказу еще одну капельку прошкрябанную. Допустим, вот здесь хочется, да? Вцепились. Шкребанули типа рефлексик. О, да? А потом взяли наш краплак. Кобальт фиолетовый и сделали темный свет. Смотрите, вот он. Можно даже падающую теньку. Вот. И распушили немного. Такая графическая капелька. Но самое главное в капельке, вы же знаете, вот он. Блячок. Можно побаловаться и на этих капельках поставить блички, да, на тех, которые, помните, у нас просто были процарапанные. Вот, вот еще на бликах можно сделать небольшие блички. Вот, ну, так мы можем, знаете, уважение к природе, которая... Показать, что это утро, да, что утром пришли и капельки росы понаблюдали за ними. Да, мелочей не бывает.